Инновационные французские компании познакомились с казахстанским рынком во Франции. При поддержке нашего посольства прошел двусторонний бизнес-форум, посвященный партнерству в сфере цифровизации и альтернативной энергетики. Именно эти отрасли главы Франции и Казахстана обозначили как приоритетные в перспективе дальнейшего сотрудничества. О чем договорились бизнесмены, расскажет наш корреспондент Алия Сыздыкова. В этом зале сегодня собралась элита самых инновационных производств Франции. Представители 60 крупнейших компаний в сфере цифровых технологий и зеленой энергетики участвуют во франко-казахстанском бизнес-форуме, чтобы лучше изучить малознакомый рынок и, возможно, выйти на него в качестве игроков. Действительно, Казахстан и Франция соединяют уже порядка 27 лет достаточно взаимовыгодного сотрудничества. Главная цель, с которой казахстанская сторона организовала этот форум – активизировать экономические связи. Со сцены в деталях о том, почему инвестировать нужно именно в нашу страну, рассказывают руководители «Казахинвеста» и Международного финансового центра «Астана». Множество льгот и преференций впечатлило французских бизнесменов. И даже те, кто уже имеет совместные с Казахстаном проекты, задумались над их расширением. У нас уже есть хорошее представление о Казахстане благодаря нашему опыту на протяжении нескольких лет, поскольку мы имеем филиал в Казахстане. Прекрасный образ вашей страны, потому что мы знаем ее индустриальную ценность и легкость ведения бизнеса. Такие форумы чрезвычайно интересны, потому что мы видим всю панель разных видов индустрии, которые меняются вместе со страной. Когда у нас будут примеры успешных историй, это также будет хороший способ продвигать Казахстан в мировом пространстве. Тот сектор, в котором мы работаем, это сектор инноваций. И через него мы также сможем участвовать в создании имиджа Казахстана во внешнем мире. Есть планы участвовать в цифровой эволюции Казахстана с теми продуктами, которые мы разработали. И также хотим найти локальных партнеров, чтобы развиваться и развивать наши решения. Есть планы также по части дата, о размещении в Казахстане для хранения и архивации данных. Франция для Казахстана является одним из главных инвесторов. Прямые инвестиции компании из этой страны в отечественную экономику за годы партнерства составили 33 миллиарда евро. Казахстан интересен прежде всего комфортным инвест-климатом и возможностью доступа к соседним рынкам Центральной Азии и Евразийского Союза. Были обсуждены реальные перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы отметили очень большой интерес со стороны французов, которые все больше узнают Казахстан. Участники с казахстанской стороны в своих презентациях дали очень развернутую картину ведения бизнеса в Казахстане, что вселило еще большую уверенность французским инвесторам для работы в Казахстане. Форум начал давать первые результаты уже через несколько часов своего проведения. Крупные производители систем информации и солнечных панелей здесь же подписали меморандумы о сотрудничестве с казахстанскими коллегами. А французский лидер в программном обеспечении заявил о принятом решении инвестировать в нашу экономику. Алия Сыздыкова, Бекхан Типсаев, Хабар 24, Канны, Франция.